Я бы хотел поблагодарить администрацию университета, тех, кто организовал этот замечательный семинар, замечательную выездную сессию ITU, посвященную работе фокус-группы 2030. Ту тему, которую я поднимал и которая нам, как исследователям, очень интересна, связана с массовыми услугами по спасению человека. Сегодня техногенные катастрофы и природные катастрофы участились, и они приносят очень много реального вреда как развитых, так и развивающихся стран. Каждый год величина этих потерь увеличивается. И мы поставили перед собой задачу улучшить адаптационные возможности человека, его предсказательный потенциал систем, которые спасают, до приемлемого уровня, чтобы свести этот риск потерь до минимума. Значит, ту задачу, которую мы сегодня поставили и реализуем, можно спасти до 90% людей, используя вот IoT, новые технологии. Но сегодня ту технологию, которую мы сделали, могут использоваться только в объектовых системах. Нам надо расширить объектовую систему до всей планеты. И тогда мы можем, вот мы сейчас работаем с юристами, мы хотим поставить задачу записать в права человека. Вот есть право человека на жизнь, на образование. Мы хотим, чтобы у человека было право на безопасное существование. Каждый новый шаг требует очень громадных средств. И те, кто будет вкладывать в эти громадные средства или разрешать их использовать, должен понимать, как это отражается и какую пользу это человечеству принесет. Не когда-нибудь, а в ближайшее время. Вот почему для меня это очень интересный проект, почему я выступаю здесь и почему это хорошо.